Ну что, я плету свой плед. Вот такой светильник. Мяу, кошечка. Смотри, поняла, что... В общем, я не знаю, где лицевая, где изнаночная, я не разбираюсь. Так, подожди секундочку. Что, продолжим? Вот, но я увидела, что, смотри, где там... Вот так вот, да? Смотри. А где-то лицевая гладь. А где-то вот это, скорее всего, лицевая, значит. А вот это изнаночная. И, видимо, когда я переворачивала, вот то где-то лицевая. Ну, пусть оно так будет, но сейчас я решила... Вот сколько у меня... Не знаю, стоит ли акцентировать свое внимание на свете. В общем, я решила выбрать сторону. Все-таки лицевая сторона мне нравится больше. Только что сплела такой браслет. Ну, делать сумочки, это, мне кажется, сразу большой план. Да и нужно ли мне это? Начала вот с такого браслета и с крестика. На одну сторонку бусинку, на другую. И общую бусинку. Очень много в детстве сплела крестиком. Очень удобно ставить сюда кружечку. Мифутка, я мифутка. Вот они мои первые попытки сделать лицевую гладь, наверное, тоже, да, вышивки называется, даже не знала тогда. Просто взяла ниточку и вот что-то, мне хотелось каким-то творчеством заняться, что-то делать такое. Сейчас занимаюсь вот этим, делаю боковину сумки. Двадцать первая ночь, понедельник. Кажется, мы нашли это стихотворение. Двадцать первая ночь, понедельник. Очертания столицы во мгле. Сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. И от ленности, то ли от скуки, все поверили, так и живут. Ждут свиданий, боятся разлуки, любовные песни поют. Но иным открывается тайна, и почиет на них тишина. Я на это наткнулась случайно. И с тех пор все как будто больно. Петербург. Мне с тобой пьяным весело, смысла нет в твоих рассказах. Осень ранее развесила флаги желтые на вязах. Оба мы в страну обманную. Забрели и горько каемся. Но зачем? Улыбкой странной. И застывшей улыбаемся. Мы хотели муки жалищ вместо счастья безмятежного. Не покинули товарищ и беспутного, и нежного. Такие вот вязальные будни.